Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії – начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради Мкртич Мкрчан. Я вас вітаю. Отже, сьогодні поговоримо, шановні глядачі, про ефективність використання миколаївської міської власності, міського майна, про те майно, котре було міським, можливо, знов стане, і, можливо, те, яке було обласним, є шанси, що воно стане міським. Але, в першу чергу, про ефективність. А я нагадую, шановні глядачі, що у нас ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47-74-72. Ви будете бачити його періодично на ваших екранах. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте, часу не так багато. А я пропоную почати із будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» в останні тижні, в липні. І на сесії обласної ради, і міської намагались повернутися до цього питання. Якщо трошки історії, то правте мене, якщо я щось десь помиляюсь. У 2013 році будівлю було передано з міської до обласної власності з метою розташування там обласної філармонії, котра досі не має свого приміщення, так, між іншим. 5 років минуло, будівля геть занедбана. У нас є фото, можемо, до речі, показати шановним глядачам, і як воно було, як воно є у соціальних мережах. Багато таких фото можемо знайти. Миколаївцям болить, ясна річ. Тобто, бачите, від початку, від відкриття різні етапи, можна сказати, його розвитку. Сьогодні, на жаль, будівля у дуже поганому стані. І, якщо не помиляюсь, з минулого року миколаївська міська влада знову повернулася до питання щодо повернення такі цієї будівлі в миколаївську комунальну міську власність. Які перспективи, що цьому заважає? Давайте з цього почнемо. Смотрите, на самом деле в частной сфере, да, приобретение объекта в недвижимости, это считается вот как прибыль, что-то получили. На самом деле в публичной сфере все немножко наоборот. Когда мы получаем соответствующие объекты, мы понимаем, что вместе с этим объектом мы получаем долгосрочные расходы на содержание этого объекта, на обеспечение заработной платы, энергоносителя и вообще функционирование такого объекта. Поэтому сейчас у нас возникла дискуссия в последние месяцы, как может быть использовано здание кинотеатра «Искра» для обеспечения определенных нужд наших горожан. И мы сейчас в дискуссии с нашим областным советом, с обладминистрацией примем оптимальное решение, мы посмотрим, у кого какие финансовые ресурсы, или это будет совместное использование. Наши соответствующие отраслевые подразделения сделают предложение, мы посмотрим, каким финансовым ресурсом обладают, какие планы и какие новые методы предоставления таких социальных благ могут придумать, которые поддержат наши горожане, депутатский корпус поддержит и предоставит специальные там, соответствующие финансовые ресурсы. Ви зрозуміло, вірно сказали про те, що це в першу чергу вкладення, якщо подібна, тим більше будівля в такому стані приймається. Але ж можна говорити не тільки про прибуток якийсь через кілька років після ремонту, а й про те, що це одна з візитівок, можливо, міста. Просто естетично. Майже в центрі міста стоїть будівля, котра починає розсипатися. Це ж теж важливий момент. Щодо перспектив його використання, вы сказали, что будет визначатися, еще нет жодних пропозиций. Есть разные предложения. Мы все знаем, что сейчас кинотеатры не имеют такую популярность. В эру цифровой техники, когда в телефоне у всех есть доступ к разным мультимедиа, скажем так, такие культурные практики, как хождение в кинотеатр, немножко поменялись. Допустим, мы видим, что все кинотеатры, которые успешно функционируют, они интегрированы в какие-то торгово-развлекательные центры, где люди проводят время, в том числе посещают кинотеатр. Поэтому существование кинотеатра как такого
отдельно невозможно. С другой стороны... А с другого боку, кінотеатр знаходиться поруч із дуже густонаселеним мікрорайоном Намил. Так. Тобто він був би найближчий, найпростіший, можливо. Ну, це як варіант. Конечно. Ну, от монофункція, в принципі, от економічно нецелесообразна. Скажем так, не може бути бізнес, який обеспечує от таке функціонування. І за счет городського бюджету зробити такі вложення, щоб дати такую услугу для такого микрорайона тоже считается... А можливість інвестицій? К этому мы придем. На сегодня собственником этого объекта является областной совет. Поэтому вопрос инвестиций мы не можем еще, скажем так, обсуждать, потому что речь идет о том, что мы предлагаем, чтобы передали в коммунальную собственность, и мы объясним, почему. Сейчас наши соответствующие вот отраслевые подразделения, это управление образованием, управление культурой, готовят их предложение. Как будет, скажем так, современные тенденции, вот такие интегрированные комьюнити-центры, где, скажем так, посещая определенные секции или определенные креативные какие-то занятия, человек может проводить там большую часть дня и одновременно получать разные виды услуг. Мы знаем, что существует много специализированных заведений, которые вот не все время загружены. Они не работают как минимум круглосуточно или там не с раннего утра до позднего вечера. Это все приводит к тому, что эти все объекты надо отапливать, надо содержать, надо земельные налоги платить, но все это время они предоставляют минимальное количество услуг. Вот концепция современных таких центров сводится к тому, чтобы вот в одном ограниченном пространстве предоставить как можно больше разнообразных. Это, с одной стороны, делает ту громаду, которая живет на соответствующей территории, более сплоченной. Им, они знают, где можно собираться, где можно проводить время. Если мы посмотрим по расположению этого объекта, там очень удачное расположение. Микрорайон Намыв – это около 30 тысяч населения. Это как маленький городок. Поэтому если там существовал бы такой очень яркий уголок, где можно было очень качественно проводить время для, ну, детям, молодежи, чтобы они не занимались на улице вот не тем, чем мы не любим, когда наши дети занимаются, то это было бы эффективно. Поэтому посмотрим, как закончат нашу работу наши коллеги. А управление коммунальной собственности, которое занимается функциональным обеспечением этих всех процедур, мы проследим, чтобы все правильно было оформлено, передано в коммунальную собственность, и в дальнейшем мы будем следить, чтобы это все эффективно функционировало. Можно сказать, что областная влада не против? Наскільки я знаю, там розділилися думки. Хтось хоче триматися до останнього за комунальну власність, навіть серед депутатів обласної ради. Хтось розуміє, що це було б логічніше. На самом деле, это вот публичная политика. В публичной политике всегда должны быть разные мнения. Чем больше мнений мы слышим, тем легче нам принимать правильное решение. Когда мы вот камерально там сразу вот свое мнение каким-то образом оформили и всех хотим убеждать, практика показывает, что это всегда приводит к конфликту. Поэтому я думаю, что у областной власти, у городской власти цели одинаковые для наших жителей. Необходимо создавать максимальный комфорт. И я думаю, что мы в любом случае найдем общий язык, и то решение, которое будет принято, я надеюсь, что будет оптимально. Ну, ми в будь-якому разі будемо повертатися до цієї теми і раді будемо дати можливість висловити представникам обласної влади свої думки щодо майбутнього цього об'єкту. А крім стосунків з обласною владою і з власністю обласною, є ще стосунки із власністю відомчою, або тією, яка була, або ще залишається відомчою. І тут один з яскравих прикладів – це спорткомплекс підприємства «Царямашпроєкт», зокрема, басейн, який зараз перебуває також
можна сказати, в аварійному стані. Наші колеги не так давно зі служби новин робили відеосюжет розгорнутий про ситуацію на цьому об'єкті, про те, що там виникають конфлікти і між керівництвом, і між тренерами, і про те, що батьки дітей і самі діти, котрі там займалися, тренувалися, протестують проти того, що зараз не мають такої можливості. Ми покажемо фрагменти цього сюжету, здебільшого про те, чи може бути змінена форма власності сюжету, ну і потім цього об'єкту, і потім поговоримо. Спорткомбінат побудований у 1972 році. Жодного разу тут не було капітального ремонту. Хлоровані переводи, агресивне середовище, як і постійна вологість, перекриття душових, дах та сама чаша басейну в аварійному стані. Директор соціальних питань заводу Артур Паша говорить, дітям ніхто не забороняє займатися спортом, але ж не тоді, коли на голову може впасти каміння. З 2014 року в спорткомплексі почали ремонтні роботи. Тоді звернули увагу, що чаша інтенсивно протікає. Технічні служби, які існують на заводі. Технічні служби, які існують на заводі, вони контролюють цей процес. В якийсь момент відбулось надмірне протікання. Процес інтенсивний. Що може там відбутись? Може вирвати шматок, і людей змиє наружу. До кінця поточного року має відбутись експертиза, яка виявить динаміку руйнувань чаші та куполу басейну. Вже тоді рахуватимуть, скільки грошей треба на ремонт. До цього часу в басейн відвідувачів не пускатимуть. Впевнені у бездіяльності керівництва заводу, батьки зібрали підписи, аби передати спорткомплекс до комунальної власності міста. Колектив заводу погодився на передачу, але тільки будівлі з басейном. Місто, якщо забиратиме, то весь комплекс із супутньою інфраструктурою. Як тільки буде... Щойно була позиція заводу, що вони комплексно готові все нам віддати. Ми вже за бюджетні гроші будемо витрачати певний ресурс. Ми зробимо оцінку, наскільки треба додаткові кошти і чи може нам це дозволити бюджет. Поки не буде висновків експертизи, хто б не був замовником, завод чи місто, басейн не працюватиме. Експертиза робиться, триває, ви в курсі? Этим занимается руководство завода, но они обещали нам предоставить соответствующие материалы. Ну, на моем рассмотрении пока таких материалов нет. Такий об'єкт був би цікавіший, ніж, скажімо, та ж сама «Іскра», так, щоб його одразу взяти? Смотрите, на самом деле, вот мы хотели бы нашим горожанам предоставить максимальное количество подобных услуг. Но бюджет, мы понимаем, что ограниченный. Вот весь эффект, связанный с децентрализацией, когда бюджетные поступления, скажем так, очень резко увеличились. Сегодня уже есть определенная стабильность, и тенденция будет такая. Скажем так, вот эти все суммы будут в пределах процентов, которые будет предполагать экономический рост. Если у нас в стране будет 3-5% экономического роста, то и мы не можем надеяться, что у нас, допустим, бюджетные поступления будут 2-3 раза увеличиваться. Следовательно, мы хотим и обязаны предоставить максимальное количество этих услуг, но эти услуги должны быть подъемные для возможностей нашего бюджета, потому что, вы знаете, у нас существует много разных отраслей, где мы, когда начинаем заниматься полным финансированием одной отрасли, мы можем упустить другие. И поэтому сейчас... Когда идет дискуссия про передачу такого объекта, сразу наши соответствующие отраслевые управления сделали заключение, что этот объект может быть передан в коммунальную собственность исключительно вместе с земельными участками и полями, которые окружают. Мы знаем, там недалеко находится и наш объект ДК «Молодежный». И все это составляет определенный ансамбль, где, как мы с вами говорили, можно предоставить вот такие интегрированные местности, где люди недалеко будут... Культурно-спортивный центр. Вот все эти услуги будут располагаться недалеко друг от друга. С одной стороны, это людям удобно, если они там добрались разными практиками на определенной территории заниматься. С другой стороны, вот на всю эту большую территорию можно иметь одну администрацию, одних работников. Ну,
Эффект, ну, экономия на масштабе, да, эффект масштаба, как в экономической теории говорится. Поэтому вот сейчас есть такое предложение, ну, и мы еще не получили подтверждение, что на это есть согласие. Мы все знаем, что такие объекты социальные строились при заводах больших, но это были заводы, скажем так, другого типа. Сейчас у нас все эти предприятия... Финансирование было зовсім меньшим. Сейчас у нас субъекты... Грошей, сколько треба было, столько и выделялось. Да. Субъекты хозяйствования, они не получают дотации, они должны, скажем, экономически целесообразную деятельность проводить. А если будет какая-то социальная сфера, то это будет связано, ну, как профсоюз этого завода, работников, когда они могут самоорганизоваться. Но мы понимаем, что эти мощности настолько, ну, большие, что они даже для нужд завода, они излишние. Следовательно, их, если мы будем рассматривать для удовлетворения нужд огромного количества людей, необходимо проводить соответствующие реконструкции, эту территорию необходимо развивать, и тогда мы будем понимать, какая перспектива, какой нам финансовый ресурс нужен, чтобы вот планировать, на какие временные горизонты мы на какие услуги выйдем. Ну, в будь-якому разі зараз, можна сказати, йдуть переговори, так, з керівництвом заводу. Звісно, як і всі вопроси. А завод, у свою чергу, має своє керівництво в Києві, належить до концерну, Укроборонпром Великого. Так що процес, мабуть, триває. На сайті Миколаївської міської ради вказаний перелік об'єктів комунальної власності, там і рухоме майно, і автотранспорт, і інші, загалом більше 3000. Але чи повний це перелік, чи можна говорити? Смотрите, сегодня продолжается формирование реестра объектов коммунальной собственности. На самом деле реестр такой, скажем так, дублируется. Мы знаем, что реестр объектов недвижимости – это общедоступный реестр, который находится вот, ну, в распоряжении Министерства юстиции. Мы все имеем право, кто там за маленькую плату, кто бесплатно, к этому реестру иметь доступ. Но наша задача визуализировать, показать, что городу принадлежит, в каком они состоянии находятся. И таким образом на сайте городского совета создан соответствующий ресурс. Но работает все это пока в тестовом режиме. Сейчас готовится соответствующее положение про ведение этого реестра. Там, где будет предусмотрено обязательство юридических лиц коммунальной собственности, которые учитывают на своих балансах основные средства, каким образом они должны внести эту информацию в общую базу и какую ответственность они будут нести за несвоевременное предоставление этой информации или предоставление неправильной или некачественной информации. Поэтому ресурс, как вы видели, уже работает, но мы будем это развивать и дальше. Параллельно не все объекты даже недвижимости у нас сегодня формализированы, занесены в реестр объектов недвижимости. Эта работа продолжается. Мы будем проводить такую большую техническую инвентаризацию объектов недвижимости. Для этого нам предоставили определенный финансовый ресурс. Скоро мы объявим тендер на эту услугу. И мы готовим еще программу управления объектами коммунальной собственности, где будут много разных инструментов. Мы знаем, что самые простые пути пользования объектами – это вы просто отчуждаете, вы передаете право собственности или временно передаете в аренду. Это самые простые пути управления объектами. Законодательные инструменты. Законодательство нам сейчас дает новые инструменты, такие как концессии, публично-приватное партнерство и создание определенных юрлиц публичного права. Мы все эти инструменты будем предусматривать в новой программе. И я думаю, что если мы убедим депутатский корпус, что это является приоритетом, потому что на самом деле это
все стоит большое количество денег. Мы знаем, что финансовые ресурсы всегда ограничены, но я думаю, что нам удастся убедить, что на все объекты должны быть соответствующие документы. Не должен быть в городе ни один объект, который останется без документа. Мы даже будем предлагать, что все объекты благоустройства тоже имели свои технические паспорта, характеристики, в каком они состоянии находятся. Когда мы будем иметь общую картину, нам будет очень легко бюджетировать, очень легко будет находить приоритеты, какие работы в первую очередь делать, какие работы потом, чтобы не получилось так, как мы сейчас многие вещи делаем в ручном режиме. Я розумію, що ви безпосередньо на цій посаді начальника управління комунального майна не так давно, 3,5 місяці, як ми щойно визначили перед ефіром, з квітня цього року. Але ви доволі давно, в принципі, на службі, ви були заступником міського голови. Як так могло статися, що настільки невизначена кількість об'єктів комунальної власності? Це що, на кожному етапі, на кожній сходинці хтось намагався їх використати якось іншим чином, так, щоб не знав міський бюджет, не знало міське керівництво? Як це все було? На самом деле, є різне мнення по цьому поводу, то самий важливий повод – це, як ми говоримо, пріоритет. Да? Допустим, ці всі документи, стоит огромное количество денег. И миллионы должны быть там потрачены, чтобы сделать Коврову в очень короткое время такую большую работу. И наличие даже сотрудников не хватает. Вы говорите про то, чтобы сверху это все как-то визначити и скласти реестр, проверить, инвентаризацию провести. А снизу, как так сталося? Чи просто никто не знал, что там делается? Знали, но, допустим, смотрите, в Советском Союзе там существовало там другой тип бухучета. Це ще процес із радянських часів, досі не визначений. Бухучет, который называется баланс народного хозяйства. Предполагается, что вот все основные средства числятся у кого-то на балансе, и это достаточно, чтобы подтверждать, что это в собственности. Но время идет, и законодательство меняется. Там появился такой мощный институт, как институт права собственности. Скажем так, все частники этим пользуются. Частный сектор. На самом деле даже много квартир, которые люди приватизировали, до сих пор находятся у них в неформализованном состоянии. Они тоже не зарегистрировали право собственности. Значит, ну вот как-то общество не так приоритетно к этому относилось. І... Чи не значить це, що все вирішувалося домовленостями на горизонталі? Я думаю, що ні. Скажімо так, є об'єкт комунальної власності, він числиться на балансі определеного підприємства, всі знають, що він там числиться, там є стоїмость цього об'єкта, і вроді би це достатньо, щоб вважати, що це наша власність. Но... Податки з нього йдуть? Якщо він використовується в комерційних якихось цілях, навіть якщо його немає в реєстрі, так, так, конечно, объект находится в аренде, но, скажем так, единственное, нельзя заключить нотариальный договор, который по сроку 3 и больше лет, но на самом деле объект есть, объект числится, все им пользуются публично, без вопросов, но вот формализация права собственности – это другая сторона этого вопроса. У нас залишається буквально 2 хвилинки. Ще парочку об'єктів я хотів би обговорити, хоча б дуже стисло. Кілька років тому прозвучала пропозиція з боку обласної ради щодо передачі у міську власність шашкового клубу Миколаївського, необхідної для утримання його і для ремонту вже. Якщо якось вирішується це питання, чи взагалі розглядалось воно міською владою? Ну, все, что рассматривается пока в наших отраслевых подразделениях, это управление культуры, управление образования, они предоставили свои предложения, но вот сегодня в повестке дня этого вопроса нет.
Но если будет, скажем так, такое мнение, подтвержденное соответствующим финансовым ресурсом, управление коммунальной собственности оформит эту процесс... Финансовым ресурсом. Можливість міського бюджету чи якісь додаткові кошти? Городского бюджета. Так. Ну, я думаю, что такие социальные проекты мы не сможем, скажем так, может и есть вероятность, что мы фондрайзингом можем определенный финансовый ресурс привлечь, но это должно быть в первую очередь это наша ответственность. Поэтому мы, если уверены, что можем содержать, и если мы уверены, кто получает эти услуги, для каких целей, я думаю, что согласно приоритетам всегда найдется соответствующий финансовый ресурс. Ну і останнє. Міжнародний аеропорт Миколаїв також пропонували передати в міську власність. Ну, зараз, наскільки нам відомо, начебто його проблеми вирішили іншим чином. Місто зараз ніякого відношення не має, чи в перспективі, можливо? Ну, так, півхвилинки. На самом деле аеропорт находится за границей города, но было мнение и создано в 2016 году коммунальное предприятие «Аэропорт». Но в любом случае мы, городская власть, областная, должны делать такой инфраструктурный объект для всех жителей области. Я думаю, что мы, город участвовал в процессе восстановления, была соответствующая субвенция. Как будет дальше приниматься решение, я думаю, наши тоже отраслевые подразделения примут решение, управление коммунальной собственности по своим функциональным обязательствам обеспечит вопросы пользования имущества, если такие возникнут. Дипломатично. Дякую. Дякую вам за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.